Функция rename позволяет переименовать файл. Допустим, у нас есть файл с .txt. Его необходимо переименовать на файл с new.txt. Давайте мы сейчас это и сделаем. Итак, я беру переменную файла name old. Это старое имя файла. Здесь указываю путь к этому файлу. Он может содержать и каталоги, и папки, и главное, конечный файл, файл с .txt. И также указываю новое имя файла, тоже такой же путь, вот, но уже с другим именем файла. Допустим, файл с new или newfiles.txt. Все, давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Итак, ошибок у нас нет. И видим, что у нас теперь уже файл имеет новое имя, файл с new. Содержимое не изменилось. Можно то же самое сделать с помощью копирования с новым файлом и удаления старого файла. Вот. Но этот способ будет нерациональный, поэтому лучше использовать именно эту функцию rename. Вот. Если мы повторно сейчас ее запустим, то файл будет не найден. Вот, не удается найти указанный файл. Поэтому прежде чем проводить какие-то действия, лучше сначала проверять на наличие этого файла.